Друзья, всем привет! Мир вашему дому! Я отвез Надюшу на работу. У меня завтра на прием к врачу только. Смотрю, вот уже сколько прошло, наверное, с полчаса прошло, если не больше. До сих пор лежит град, вот он. Как-то неожиданно. Вообще на сегодня солнышко уже светит на него. Ой, он лепится как снежок. Неожиданно. На сегодня вообще дождь не стоял. Был так, ну, 2 капельки. Вот вам 2 капельки. Ливануло так ливануло. И чистое небо. Смотрите, обратите внимание, да? Все. Все. Небо чистое. Не облачко. Спустя полчаса. Я смотрю. А вот сейчас только это самое. У вишни, видите? Желтые листья. Основная масса зеленая, часть от что-то случилось с вишней. Это первый раз я такое вижу, но что-то видно, что пропадает или болеет. Вообще утром была такая холодина. Утром. У меня пара изо рта идет. Что там у цыплят? Как у вас дела обстоят? О. Ну, а воду хорошо пьете, ничего себе. Мы за ночь почти банку выпили. Ну, все живы, да, вроде как. Ладненько. Уберем сквознячок. Посмотрю, что там по прогнозу. Может быть, выведу коз. Сейчас хочу в теплицу. Ой-ой! В теплицу хочу заглянуть. Ого, грязь под ногами. Так, на огороде я не знаю. Фух. О, вот ящик из-под рассады. Лежит лед. Прохладно. А на солнышке вроде ничего. Под деревом вообще прохладно. Что могло побить? Капусту могло побить? Не. Нет. Не побило. Ты глянь. Ладно, туда пока не пойду, потому что залипну грязью. Теплица. А, целая, друзья. Вот лежит тоже сверху. Фу, и в теплице прохладно. Надо же. Поливать сегодня не надо. Сегодня, может быть, рассадку полить. Должны за рассадой сегодня приехать. Дырки добавляются. Там вот по углам добавляются новые дыры. Там вот добавилась дыра. В этом году крышу может перекрыть. Огурчики надо подвязывать потихоньку. Это мне не очень нравятся огурчики. Вчера обработал тоже чуть-чуть. Не какие-то на цвет мне, не айс. Сейчас с помидорками. Ну что, желтых пятен вроде бы нету. Да, друзья, желтые пятна победили. Новых желтых пятен нету. Те, что были, они стали темнее пятна, но листья немножко деформировались. Вот, ну, вроде как победили мы эти желтые пятна. Все, да, запомнили название препарата. Тут некоторая рассадка подвяла, да? Подвяла. Сейчас я выборочно полью. А может всю полить. Что выборочно, что всю. Пока солнце не печет в теплице, да? Что вы меня звали? Интернет сказал, дождя больше сегодня не будет, так что идем на улицу. Что у вас тут, тепло? Угу. Балдеет. Ну мы чего там все перепугались, да? Почухать, почухать. Ему нравится. Это гребешок. У тебя уже гребешок. Настоящий гребешок. А ты еще лысый. Перышки уже на крылышках, да? Давайте еще почухаю, да. Почешу, почешу. У вас тут тепло, да? Хорошо, солнышко пригрело. Тут вот шифер нагревается немножко. Утром все под лампочкой прямо в кучку позбивались. Вы прогуляйтесь хоть по клетке, вон сколько места, а вы там сидите все вместе. На самом деле, друзья, я тоже еще в шапке. Ветер прохладный. Так, у меня там есть кое-какие недоделки. Надо доделывать. Облака плывут. Птички поют. Вау! Я что-то вообще не обратил внимания, сколько листвы лежит. Вот с персика сколько листвы на земле. Это получается дождь, буквально этот град пооббивал листья с персика. Со сливы немножко тоже листья наблюдаю, но падают еще листья. А ну пройдусь на огород. Обидно, вот пололи, сейчас сорняки опять как попрут. Ну что у нас? Нормально все, помидоры стоят. Помидоры стоят, капусточка стоит. Все стоит. Все хорошо. Все хорошо. И картошка стоит. Кот. Вот уже что. Я вчера здесь этим препаратом побрызгал. Ой-ой-ой. Сколько тут жуков. Вот один, два на кусту, да? А здесь вот 1, 2, 3, 4, 5. О, а здесь личинки валяются. Вот они, будущие яйца, да? Дождь, получается, позбивал. Ой, сколько тут личинок наложено. Сколько жуков. Ну что, будем бороться с жуками. Надо почаще поглядывать. Будем наведываться каждый день. Как бы при первых появлениях уже маленьких личинок. Яйца — это яйца. Вот, как только появятся личинки, сразу надо будет обработать. Так, друзья, тут у меня есть вот такие досточки. Вот они уже отструганные. Давным-давно приготовлены. друзья, одна из недоделок устранена. Вот, и лавочку с прошлого года уже все приготовил для нее, никак не мог доделать. Сейчас все, она смотрится уже как завершенная картина. Это на улице. Вот сейчас еще липка подрастет, будет здесь вообще шикардос, красиво, классно. Надо теперь это все покрасить. Так, ну, углы я здесь пощесывал. Вот, я здесь еще пройдусь шлифмашинкой. Надо купить этот для болгарки приспособление. Вот, здесь что, на саморезах у меня все. Вот саморезы торчат, это как бы, ну, опасно для детей, да? Вот как я от этого избавляю. Сейчас покажу, вот у меня трубка. Ну, огрызок трубки. Вот. Ой. Вот, все, самореза нету. Все. Вот, то есть, ну, выкрутишь, туда уже все, не крутишь назад. Все. И все, теперь дети будут бегать, также снизу сделаю. Вот, чтобы детвора не зацепились, не укололись, не ударились. Вот. Очень легко ломается. Ну, сейчас покажу сбоку. Была бы трубка потоньше, было бы еще лучше. Ну, отламывается очень легко. Все, самореза нету. Дети не поранятся. А это потом можно насобирать полный мешок и на металлолом сдать. Что вы тут не сильно обидели, что я вас оставлял без этого, без переноски, а? Забирал, друзья, вот цеплять переноску. Есть еще одна, но ее таскать неудобно, громоздкая. Хотя и вообще, наверное, нормально, да? Плюс 18. Ну, уже что-то. А утром вообще не посмотрел. Но утром холодина была. Прямо холодина. Так, друзья, еще одна недоделка. Это сейчас в моей мастерской, да, где банки, где все такое. Мне нужен... Вот, у меня есть... Есть этот кусочек шифера. Вот еще есть. Я целый шифер не хочу. Вот кусочками мне то, что надо. Ой, хмель. Так. Тут где-то тут 3 трещина. Не вижу. Низу. Ха, не видно. Это гнездо богомола, что-то я не обращал на него внимания. Там осиное гнездо. Так, пойду посмотрю, где там потеки. Так. Ага. Ой, тут даже аж провисло уже. Ты посмотри, а. Не ожидал, что дождь такой ливанет. Как бы высчитать? 1, 2, 3, 4 блочины. Между 4-й и 5-й блочиной где-то трещина. Там еще, по-моему, я видел. Да, вот в самом конце. У меня как-то, друзья, было... Давным-давно делал ремонт, повыносил сюда книги, там всякое разное. И был ночью ветер такой ужасный с дождем. И побило шифер. Я перекрывал это помещение. В общем, побило шифер, все промокло, почти все пошло на выброс. Я когда зашел, там крыши нету, все плавает. Сейчас у меня там потолок подшитый, утепленный. Че я сразу не заделал? Так, 1, 2, 3, 4, 5. Где-то вот здесь. Где-то здесь. Непонятно где. В общем, толком я не понял, где здесь затекало. Мне кажется, я здесь трещину видел. Ну, засунул конкретно вот здесь, где нахлёст шифер на шифер. Сейчас там еще дальше где-то что-то. В общем, друзья, где-то здесь течет. Я вот здесь буквально на коленках, на четвереньках нашел вот что-то похожее на трещину. Не знаю. Вот тут. Но мне кажется, настолько мизерно. Ничего больше не вижу. Вот течет именно в этом районе. Вот я здесь хожу, стою. Прополз вверх-вниз. Даже не знаю, где оно может тут подтекать. Помните, друзья, да? Вот, кстати, шелковица. Ягоды уже какие крупные. Не за горами будем кушать. А на крыше я убирался. Это вот здесь, на этой крыше я убирался. Здесь была куча. Такая прямо сантиметров 10. Подушка была из листьев. Вот. Много лет и было, и не текло нигде. Вот убрался, и течет теперь. Знал бы, не убирался. Где эта трещина? Вот она, еще раз. Но не может через эту щелку столько набежать. Ну вот еще раз, друзья, что здесь с потолком. Вот он обвис. Как минимум там, я не знаю, что должно быть, дыра должна быть, через которую там течет. Нету там ничего. В этом конце тоже толком ничего не нашел. Вон оно аж треснуло. Ну, что-то там на стыку я перекрыл, вроде как подозрение какое-то есть. А там вообще ничего нету. Сейчас положу тоже, не знаю. Вот там маленькая трещинка, но это... Не могло через нее столько набежать.